Основной способ борьбы с пожарами в Якутии – контролируемый встречный пал. Когда два очага сходятся, их пламя гаснет. Чтобы провернуть такой ход, парашютисты-десантники авиалесоохраны устраивают взрывы. На вооружении у пожарных есть танкетки. На болотистой местности гусеницы вездехода оставляют за собой след. Проторенную дорогу используют как минполосу или негоримый рубеж. Мы можем охватывать большую площадь кромки пожара, да, перемещать какие-то грузы. Вот одна танкетка берет груз на себя, значит, на борт, гораздо больше, чем, допустим, переброска вертолетом. Большое преимущество вездеходной техники в том, что мы можем перемещаться не только по дорогам, но и там по болоту, там и при этом сохраняя силы людей. В нескольких районах республики прошли дожди, но осадки обошли стороной границу Якутска и Намского района. Там уже больше недели борются с крупным очагом. Сейчас от нашего табора до кромки 2,5 где-то километров. Где на пожар, там вот воды до туговато. Там расстояние тоже, там озеро есть, там где-то там. Расстояние приличное тоже, там 1,5 километра. По данным оперативного штаба Якутии, сегодня в республике проводятся работы по тушению 54 лесных пожаров на территории 15 муниципальных образований. Ася Касьянова, новости дня.